Конаково подведены итоги Кубка Тверской области по водно-моторному спорту. На заключительные гонки сезона прибыло свыше 30 спортсменов. Состязания прошли в легких классах. Конаковский район представляет юноши и взрослые, то есть команды. Приехали спортсмены с Долгопрудного, приехали спортсмены с Химок, приехали спортсмены с Костромы и Санкт-Петербурга. И вот команда наша вторая со Сташкова, и есть ребята молодые, которые первый сезон занимаются. То есть в основном ради их мы проводим эти соревнования, но ребята уже, которые опытные. Скорость на дистанции порой до 80 км в час, если был удачный старт. Техника работает на пределе своих возможностей и может подвести. На такие казусы спортсмены смотрят с оптимизмом. Не мешала и прохладная погода. Для гостей горячий чай и вкусная гречневая каша от конаковских казаков. Ради такого можно приехать даже с северной столицы. Приезжаю уже сюда третий год. Вообще встречают хорошо, все в порядке, все очень нравится, все очень достойно. И состязания-то на берегу не было, а тут смотрю, оказывается, и лодок-то много. Значит, как бы будет все у нас. Надежд на развитие прибавляет и результативность местных ребят. Сборная Тверской области уже второй год входит в тройку лучших команд на чемпионате России. А по итогам заключительной гонки сезона команда Конаковского района, воспитанники секции водно-моторного спорта детско-юношеской спортивной школы «Олимп» заняли первое место, опередив Московскую область и Осташковский район.